Привет, друзья, с вами AppleInsider.ru. Мы знаем уже миллион способов того, как освободить память на вашем iPhone или iPad. Но сегодня мы расскажем вам о способе, который является, пожалуй, самым необычным, самым неожиданным, но при этом самым действенным. Давайте посмотрим заставку и узнаем, как превратить эти несчастные 87 мегабайт свободного пространства в гигабайт с лишним. Без джейлбрейка, без SMS и без московской прописки. Итак, смотрим. Способ наш очень простой. Мы открываем приложение iTunes Store, затем переходим в раздел «Кино» и выбираем какой-нибудь интересующий нас фильм. Желательно, чтобы он занимал как можно больше места. Я решил выбрать фильм «Звездные войны. Возвращение джедая». И сейчас, когда он загрузится, нам необходимо взять этот фильм на прокат. Мы нажимаем соответствующую кнопочку и ждем загрузки фильма. Поскольку места на нашем iPad очень мало, то мы получим соответствующее сообщение. А теперь нам необходимо перейти в «Настройки». И что мы видим? Мы видим, что вместо 87 мегабайт свободного пространства мы получили 245 мегабайт. Но на этом магия не заканчивается. Продолжайте нажимать на кнопку «Взять на прокат», возвращайтесь в настройки и наблюдайте за тем, что количество свободной памяти только увеличивается. Вы можете делать это сколько угодно, и при этом объем освобожденной памяти будет только расти. Я проделывал эту махинацию очень много раз, и в итоге я получил 1,3 гигабайта свободного пространства. Но при этом, конечно, стоит предупредить, что если объем свободной памяти будет достаточно для загрузки HD-фильма, то деньги с вашего счета спишутся, и фильм, конечно же, загрузится. Если вы продолжаете видеть сообщение о том, что памяти мало, никакие деньги с вашего счета списываться не будут. Кстати, сегодня, испытывая этот способ на своем iPhone, я случайно взял на прокат фильм «Усатый нянь», поэтому можете догадаться, что сегодня вечером я буду делать. Спасибо за просмотр, участвуйте в опросе, который сейчас появится на экране, и сообщайте нам, знали ли вы об этом способе. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь на AppleInsider.ru. Всем пока!